Вітаю! В ефірі телеканалу «Відкритий» працює прес-центр. В студії з вами я, Наталія Гейман, і сьогодні ми будемо говорити про те, що дніпровський мандрівник вирушає на катамарані у велику подорож. Куди саме він вирушає, нам розповість сам мандрівник Геннадій Бересток. Доброго дня, пане Геннадію. Доброго дня. Розповідайте, що за мандрівка, і коли я говорю про те, що на катамарані, люди собі уявляють те, що вони бачать в парку «Глоби», тому розповідайте. Ну, это не совсем парк «Глобы» и открытые пространства, более громадные. Есть отечественный производитель, фирма «Даки», катамаран «Даки-19», новая модель, то есть он чуть больше, чем стандартная, и позволяет поставить даже маленькую палатку впереди и сзади. И благодаря этому мы можем сделать такие экспедиции, которые не просто каботажное плавание вдоль берегов, а переходы в открытых пространствах до нескольких сот миль. Да. То есть мы долго обговаривали с производителями, как модернизировать катамаран, чтобы можно было это делать. Благодаря конструкции небольшой, он чуть больше 6 метров, катамаран позволяет не вступать в противоречие с волной океанской или морской, и где идет нагрузка на корпус, а из-за того, что он легкости, его поднимает, опускает, как перышко, например, или хорошо оборудовано там плавсредство, идеально приспособлено для таких путешествий. Так. Вы долучались до конструкции, да, этого катамарана? Нет. Есть издатель, это Кандауров, который задал эти катамараны, так. А мы, как и многие мои соратники, рекомендовали, пожелания высказывали. Благодаря этим пожеланиям и испытыванию образцов удалось достичь модели, которая, ну, очень интересна. И, как говорят сами наши друзья-надувастики, на которых ходят катамараны, говорят, что не изобретай, все равно получится катамаран Даки. Каким чином он рухается, завдяки чему? Катамаран – это парусный, у него есть парус, стандартное вооружение, небольшое, называется бермудским, это грот и впереди стаксель. Так. На попутных курсах используется генакер, мы тоже будем использовать разные варианты этого. Будет у нас и штормовой генакер, и штормовой стаксель, то есть попробуем варианты, все. То есть, чтобы на таком катамаране ходить и понять, я несколько раз делал экспедиции вдоль берегов Черного моря, то есть была экспедиция с Вилково до Белгороднестровского, и несколько раз мы это сделали, масса людей понравилась. И один раз попал в хороший там, ну, свежий ветер назовем, это не шторм в нашем понятии по шкале Бофорта, свежий ветер в районе Евпатории, Севастополь, так, когда ветер, ну, по волне, там, 6-метровой, по тому, как летели везде брызги, я бы дал порядка, там, 30-35 узлов, да, то есть я видел, как кренились яхты, все, как они все поразбегались, а это еще было в бытность Советского Союза, ой, не Советского, извиняюсь, еще когда Крым был украинский, да, и все эти пограничные лебеди звали меня вернуться, все, вы так быстро двигаетесь, там, в сторону этого, ну, я говорю, ничего страшного, у нас все, говорится, в порядке, в норме, да, только потом немножко было приостановиться и уже по маршруту идти более спокойно. Ну, прекрасно катамаран себя чувствовал на ветре, как перышко поднимало, опускало, скорость была 20 км в час, ну, приятное зрелище. Куда этого раза вырушаете? Ну, мы сейчас хотим в преддверии океанского перехода на следующий год через Атлантику проверить все, что сделано, проверить команду, проверить экипажи. И для того, чтобы это все сделать, мы хотим сделать вот 1 августа прямо с Киева, собрать это катамараны на центральном пляже и выйти в сторону Одессы. Пройтись по городам, включая и Днепр мы зайдем, включая Херсон, Кременчуг, да. И 24 августа хотим стартануть в сторону Стамбула. То есть открытый такой переход в сторону Стамбула, а затем уже в Грецию, по греческим и турецким островам. Да. Финишировать хотим в Афинах, где-то в середине октября месяца. То есть мы это уже разбили на несколько этапов, и люди сейчас интересуются, что наши соратники, что совершенно люди незнакомые с этим, но в душе путешественники, они подтягиваются и просят на какой этап, где можно, недельку, две, три пройтись вместе с нами. То есть мы открыты для этого общения, мы берем всех и, скажем, с любых чайников мы сделаем людей, которые будут владеть ситуацией, назовем их потом
парусными кофейниками, которые смогут отлично чувствовать себя в океане и все. Но это аскетические условия. Это как полет в космосе. Можно сравнить, как бы, небольшая капсула. У нас небольшое пространство обитаемое. То есть это зона кокпита, там почему это, и специально сделаны рельсы выносные, где у нас будут рундаки, и мы можем, ну, комфортно сидеть там, видя все вперед. Скільки людей вирушає на сьогоднішній день з вами, і скільки буде таких катамаранів? Я планую, щоб було два, для того, щоб комфортно і безпечності. І людей вже порядка кілька десятків, як би, записалися, ми обсуждаємо кілька етапів. Да. А так, одновременно на катамаране буде знаходитися від 3-4, там, коли ми будемо йти вдоль наших берегів, до 5 чоловік. То есть, тобто люди додаткові, які не є вже, ну, такими, скажімо, морськими вовками, вони будуть тільки вздовж наших берегів. Далі ви вже будете вирушати самостійно? В основному, звісно, вдоль наших берегів. Ті, хто має можливість, пойдуть на самі далі. І Турція, і Греція. І ми приглашаємо тих, ми розпишемо це, і будемо на всіх сітях показувати наш маршрут. І будемо майже кожен день виходити, називаємо так, в ефір, показувати, де ми є, чого йде. Тобто, і по тим етапам люди, називаємо так, частична зміна екіпажа, будуть підтягуватися і мінятися. І ми це збираємося цілу осінь, ну, кружити. Таку, як би, кругосвітку по Егейським островам. А яким чином вони будуть, як ви говорите, мінятися і підсідати на борт? Смотрите, даже если вдруг, все ж понимают, что выразить четкую идею, когда у нас идет война, еще и коронавирус в этом, невозможно. То есть мы поддерживаем наших моряков, которые везде, говорится, попали в переплеты. Хочется сказать, что экология – это не маловажное значение. То есть зацветет Днепр, и это будет грустное зрелище. Так. А вот море, оно настолько очищается. Ну, честно говоря, даже очищение моря, когда ты видишь, как оно красиво, но вдоль берегов, когда навальный ветер, потом заходишь в бухту, а там столько пластика лежит из сетей, это просто кошмар. Ну, хочу сказать, в преддверии, скажем, следующего года, даже в Атлантическом океане, вот когда я переходил, я сидел одно время на поплавке, думаю, что увижу за там 10 минут. Каждые 2-3 минуты, вот как у меня периферийное зрение охватывает, там 100-200 метров, каждые 2-3 минуты я в океане видел то веревку, то кусок пластика, то бутылку, то ящик, то доска. То есть действительно человечество, ну, вот, экология дает... Все розсіяно, все везде, чоловік, к сожалению, сделал. Мета вашої подорожі – привернути увагу до екології, правильно я розумію? Не тільки екологія. Тут ми будемо много говорити і об екології, і о тому, що наші производители зробили масу полезних, інтересних вещей. Во-первых, сам катамаран, вітрогенератор, сонячні панелі. І дальніше для того, щоб можна було осуществити комфортну і, скажімо, безопасное прохождение маршрута. Вы принесли с собой карту. Расскажите, что там. Ну, я ж пробовал не только Атлантический океан. Сделал 4 перехода на катамаранах и по южному северному варианту. Для того, чтобы катамаран попробовать в таких вот условиях интересных, самый благоприятный, конечно, и уникальный ландшафт в мире – это Сейшельские острова. На Сейшельских островах я делал 6 экспедиций, и кроме вот этих внутренних Сейшельских островов, переходил на дальние, на коралловые, то есть делал ночные переходы и пытался понять, насколько интересно катамаране можно обитаемо. То есть понятно было, что катамаран немножко малова для таких этих дел. Поэтому вот производители, слава богу, улучшили его процентов на 20, скажем, по габаритам и по таким характеристикам. Это дает возможность испытать и попробовать ну, как бы нашу основную мечту, скажем, сделать более такие серьезные экспедиции, осуществить. А Сейшельский ландшафт, если можно показать, там на фотографии, то этот катамаран позволяет на мелководье заходить через рифы, и спокойно заходить на те острова, где невозможно даже ни яхте, ни катамарану обыкновенному круизному подойти. Скільки ви готуєтеся до цієї подорожі, яка 1 серпня, правильно, розпочнеться? Да. От скільки ви вже до неї готуєтеся по часу? Ну, вже кілька місяців ми готуємося, да. Яким чином, що ви робите?
Подбираем экипажи, тестируем оборудование, договоримся с спонсорами, которые будут это оборудование выдавать нам для тестирования. То есть мы открыты для общения и ищем, скажем, генерального спонсора, информационного спонсора. Кому интересно будет, например, по вехам маршрута, скажем, нести информацию для людей, которым это интересно. Що от по маршруту, що буде цікавого? Ви ж його вже вивчали, ви ж дивилися, куди ви будете. Що побачать ті люди, які будуть дивитися, слідкувати за вашою подорожжю? Маршрут же ж не робиться просто для прохождення маршрута. Да, він робиться для того, щоб бачити вехові місця. И когда мы будем идти по городам Украины, мы постараемся зайти в каждый город, встретиться с теми людьми, единомышленниками, и показать в каждом городе какой-то интересный объект. Так, мало того, пытаемся договориться с Орлом и Решком, чтобы несколько по городам мы сняли совместные сюжеты. А вот когда уже будем по зарубежным островам идти и странам, есть уже, где мы сами были, Турция, Греция, показать на каждом острове какое-нибудь интересное место, веховая, красивая. Это как зарождение там на Родосе Колоса Родосского, посмотрим его остатки, что там осталось. На Крите зайдем в ущелье Самария, а в Афинах есть веховое такое место, 3000 лет его посещают все мореплаватели, это храм Посейдона на острове Суоне, да, на полуострове Суоне. Это место такое энергетически емкое. Возвышается храм на высоте где-то метрах 80 над морем, и такой полуостров, ну, такое, сразу чувствуешь энергетику этого места. Назад вы как будете повертаться, таким самым чином, чи уже там, не знаю, на літаках? На... Да нет, назад мы можем или самолетом, или машиной вернемся так, а катамараны мы посмотрим по развитию события, то ли мы там оставим в преддверии нашей следующей экспедиции, то ли спокойно их разберем, они же помещаются в трех рюкзаках и вернемся домой. Чому саме ви обрали катамарани? От не яхту, не човен, а чому саме катамаран? Смотрите, это тоже по-своему яхта, только она надувная, называется катамараном. Так. Так как я делал всякие экспедиции, походы и на яхтах, и катамаранах, можно показать более крупным планом, на яхтах и катамаранах, корпусных, где есть комфортабельные каюты и все. Это как, если сравнить ее по-житейскому, можно характеризовать, что ты, например, живешь там или путешествуешь на автобусе, или живешь в гостинице на третьем этаже, да, красиво, среди гор, леса, так. То этот катамаран дает возможность так приобщиться настолько близко к природе, это все равно, что ты или гуляешь по лесу, или ездишь на велосипеде. То есть разница ощущений, как ты ездишь на велосипеде по лесу, и просто на автобусе там на двухэтажном едешь, да, красиво видишь, но ты не ощущаешь всей полноты природы. То есть мы вот этот пытаемся делегировать, и те единомышленники, люди близкие по духу, то есть мы приглашаем только таких, потому что это разное мировосприятие. Каждому приближение природы свое. Ну от якраз ті люди, з якими ви будете мандрувати, хто ці люди? І як ще ви їх відбираєте, ну не відбираєте, запрошуєте, да, з собою? Які критерії відбору цього? Ну, даже те люди, которые мы нашли и с ним обговариваем, это и не все. Люди даже нас сами находят и звонят и говорят, мы хотим путешествовать. Я рассказываю, что самое может быть жесткое будет, что самое будет, к чему надо преодолеть, все такое. А люди говорят, ой, а я это хочу, а мне же это... Вот люди находятся близкие по духу, они даже сами, да, которые хотят что-то испытать. Испытать себя в первую очередь, испытать потом в этом круге, как мы проведем себя. Ну, хотіти мало. Що потрібно вміти для того, щоб так вирушити в таку подорож? Нелегку, як мені здається. Ну, да. Ну, прежде всего, желание. И когда у человека было такое желание, я думаю, он всегда где-то что-то путешествовал, какой-то наработанный опыт всегда есть, и он может этим поделиться, ему приятно себя реализовать в новой ситуации и испытать, ну, прежде всего, себя. А що має бути на катамарані в подорожі? Що ви з собою берете? От мінімальний там список речей, не знаю, там аптечка, технічні якісь штуки? Звісно, є і аптечка, є і опреснитель води, і мінімальний набор продуктів сублімірованих на всякий пограничний случай. Mm-hmm. А так, звичайна житейська ситуація, мінімальний набор кухонних, мінімальний набор вещей. Все. Тобто нічого зайвого, так? Да? Нічого зайвого, так. Да. Мінімалізму.
В середині жовтня, да, ви сказали, закінчиться ваша подорож? Ну, десь так. Десь близько жовтня. Куди потім плануєте? Я ж знаю, я ж розумію, що у вас є якісь далі плани. На наступний рік ми хочемо, після іспитання обороти і оборудування та все діло, коли буде зрозуміло, хто готов на більше, то ми хочемо зробити пересечення Атлантичного океану. То есть я планирую где-то в середине сентября следующего года выходить через Гибралтар. До этого будем, наверное, целое лето кружить по Средиземному морю, заходить в разные страны, менять экипажи, людей подтягивать, кто захочет такого формата. Так же самое будем вести репортажи наши. А вот где-то в середине, вот конец сентября, мы выйдем через Гибралтар, пойдем в сторону Канар, потом Кабо-Верде и потом в сторону Барбадоса. Ну, як завжди. Ну, звичайна річ, сходити в супермаркет, да, за молоком. Да. Скажіть мені, звідки у вас така любов до моря, до таких пригод і мандрів? Це ж напевно, щось з дитинства. Це так воно і є. К сожалению, или к счастью, у нас это все закладывается в генах, mm-hmm. и это все не спрячешь. Оно, как говорится, пытается где-то в себя проявить все. Ну, я рад, что и родители меня поддержали, и родные. И я могу себя реализовать в разных экспедициях. И как мои друзья говорят, вот ту радость, которую ты даришь людям при общении или испытании чего, она очень важна. И мне, скажем, доставляет натхнение, большое воодушевление, когда я вижу радость у людей, когда они действительно испытали со мной что-то, и это что-то для них виха какая-то в жизни. Свою родину вы берете в мандры, подорожи? Да, я надеюсь, у нас в основном какие-то участки тоже пройдут, как всегда. Дети с вами? Ну, дети у каждого свое же, у каждого свое. Если они подтянутся, я с удовольствием, какую-то часть, там, недельку-дві проведем вместе. Отже, розкажіть ще раз нашим телеглядачам, коли, звідки ви вирушаєте, щоб, можливо, хтось ще, хто вас побачить, захотів доєднатися або якось допомогти вам в цій подорожі. Да. В этом году, 1 августа, ми будемо виходити прямо з Києва. То есть мы там сделаем 1 августа такое мероприятие типа корпоратива. Еще сидится много надувастиков, катамаранов. Будет типа презентация, мы обговорим. И на следующий день мы отправимся уже вниз туда по Днепру в сторону Кременчуга. Потом у нас будет Днепр остановки. Попытаемся договориться с многими маринами, где мы тут можем на пару дней остаться и снимать какие-то сюжеты по городам. А вот скажите мне такие запитания. Это же перетин кордонов, это какие-то, не знаю, прикордонные пункты морские. Как тут відбувається? А так же самое, как на любом судне парусном или катамараном, жесткокорпусном побольше, тоже называется чекин-чекаут, то есть закрытие-открытие границы, да. То есть придется проходить на таких невыше судах всі ці перипетії. Не боїтеся морських піратів? До речі, як зараз з цим в світі, з морськими піратами? Ну, говорять, що є в районі Сомалі, да, там спрепсуться. Нам туди не треба. Ну, я так розумію, може і на Карибах десь є. Ну, от десь там в районі Гаїті дуже опасно. Да. Тому що із-за бідності свиней вони навіть, якщо зазіваються, залазять на катамаран. То есть у меня был случай, что залазили прямо на катамаран на Гаити, люди просили фуд, еду, да, и все. И нагло, все беспринципно лезли на катамаран. Ничего себе. Скажите, пожалуйста, вот такой технический момент, да, меня зацікавив. От раптом что, от як ламається катамаран, що робити серед моря? Посеред океану. Ну, поламаться он просто так не может, для этого, наверное, будут какие-то условия. Надо в несколько раз ситуацию упредить так, чтобы невозможно было ее перегрузить, оснастку, рангоут и все, для того, чтобы он вышел со строя. Так. Конечно, мы ремкомплексы мы будем брать, и баллоны у нас многосекционные на случай, ну, мало ли что встретится в море. Сами понимаете, контейнеры плавают, люди забывают или теряют в море, да. Для этого есть, скажем, вахтенный, который постоянно несет вахту, так. Но даже если что-то где-то произойдет, на любой случай у нас есть всегда вариант Б. Да, то есть починиться, ну, многослойные баллоны, если что, сразу устанавливается емкость для подкачивания, так. Понятно, что это не та яхта, которая может получить пробоину, для нас это более чревато, поэтому надо упреждать любую ситуацию. На сегодняшний день какие-то потребы у вас існують перед подготовкой, да, можливо, кто-то нас зараз побачит и скажет, ну, мы вам там принесем там какие-то рюкзаки, там, или еще что-то, ну. Да, начинаем вести переговоры со всеми, или ведем переговоры со всеми производителями наших аксессуаров, или с
снаряжения удобного для этого. Надеемся, что нас многие поддержат, и мы с удовольствием представим их бренды, их одежду или необходимые вещи для комфортного путешествия. То есть будем об этом рассказывать, показывать. То есть даже с собой берем небольшую мини-сауну, чтобы когда мы будем идти, мы могли достать удовольствие. Ух ты, да. Ух ты. А скільки років ви вже так мандруєте? Скільки ви цим захоплюєтеся? Я этим занимаюсь уже больше 30 лет, ну, раньше этим занимался альтруистически, а теперь пытаюсь это делать, чтобы за какое-то вознаграждение, да, и людям дарить эту радость. А, так, стоп, а звідки винагорода? Ну, люди как бы оплачивают, да, частично свое путешествие, да. Единственное, что на еду мы потом уже обсуждаем, сбрасываемся, какая она может быть, как это сделать комфортнее, интереснее. Дякую вам за те, що ви до нас завітали. Дякую вам. Спасибо. Бажаю вам гарної подорожі. Сподіваюся, ви нас візьмете до себе на борт і телеканал відкриє нашим телеглядачам оцю от, не знаю, романтику мандрів. Шановні телеглядачі, виходьте зі своїх домівок на вулиці літо, вдягайте маски, бережіть себе, але не забувайте мандрувати, тому що це цікаво, це потрібно і це надасть вам гарного настрою. Я з вами не прощаюся, а вам я бажаю всього найкращого. До побачення.